не избивал на манежке качения, орал националистские лозунги. Не голосовал за Единую Россию, не смотрел до конца ни одной передачи Познера. Я не ходил 31 числа на Триумфальную площадь, не проявлял хорошего отношения к лошади. Не знаю, кто такой Юра Шевчук и Олег Кашин. Не плюсовал на Ютубе видео Шнура и не увидел выступления в Нойз за акции протеста. Я не митинговал в поддержку Кимкинского леса. Я не зафрендил Илью Варламова, Эдуарда Лимонова и Алексея Навального. Ни разу не слышал вранья с канала Центрального. Не знаю, кто такой Юра Шевчук и Олег Кашин. Не слышал ничего о шахте Распаска, о деле Югаса и о движении наших. Я не запретил Илью Варламова, Эдуарда Лимонова и Алексея Навального. Ни разу не слышал вранья с канала Центрального. Не знаю, кто такой Юра Шевчук и Олег Кашин. Не слышал ничего о шахте Распаска, о деле Югаса и о движении наших. Суечения много, реальных тем только три. Только они смогут найти покой в наши мрачные дни. Суечения много, реальных тем всего три. Только они смогут найти покой в наши мрачные дни. Галлюциногены, стимуляторы и эйфоретики доказывают, что рай умещается в пакетике. Стимуляторы, эйфоретики и галлюциногены — это вера, надежда и любовь, пожеванные злой муреной. Эйфоретики, стимуляторы и галлюциногены и мешают сосредоточиться орущие вены. Галлюциногены, стимуляторы и эйфоретики доказывают, что рай умещается в пакетике. Стимуляторы, эйфоретики и галлюциногены. Галлюциногены, эйфоретики и стимуляторы. Детей в пизду, стариков нахуй, остальных в изоляторы. Галлюциногены, стимуляторы и эйфоретики, и мы навсегда погрязнем легко по нарчковской эстетике. Стимуляторы, эйфоретики и галлюциногены мешают сосредоточиться орущие вены. Эйфоретики, галлюциногены и стимуляторы. Детей в пизду, стариков нахуй.